Камера, мотор. Юрий Яковлев. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР. Кавалер ордена Ленина. Юрий Васильевич, мы очень рады вас приветствовать в нашей передаче. И вот откровенно даже скажу, столько лет к Тихону Николаевичу Хлебникову приезжал, сколько снимали, но никогда не знал, что Юрий Васильевич Яковлев со свет был Тихона Николаевича Хлебникова. Я очень, очень удивлен и благодарю Тихона Хлебникова, правнука, за то, что нам помог встретиться с вами. Юрий Яковлев известен по блистательным ролям в фильмах «Идиот», «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» или «С легким паром». Яковлев родился в Москве в 1928 году. Своей самой любимой Юрий Яковлев считал роль Стива Облонского, которую он сыграл в фильме «Анна Каренина». Я люблю этот персонаж за то, что у нас много общих черт характера. Одинаковый менталитет, вспоминал актер. Яковлев был из тех театральных актеров, которые могли четко разделять игру на сцене и в кадре. И благодаря этому и там он смотрелся великолепно. Спасибо вам большое за то, что вы рады были меня выслушать. Спасибо. А вам, в свою очередь, скажу огромное спасибо, что вы нашли время встретить нас и ответить на наши вопросы. Счастья, здоровья и все, что можно только вам пожелать, мы желаем вам. Спасибо.